Чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин и американец Ванес Мартиросян встретились лицом к лицу в преддверии очного поединка. Боксеры встретились на открытой тренировке в Глендейле, Калифорния, по окончании которой провели традиционную дуэль взглядов. Сам бой состоится 5 мая на арене Step Hub Center в Карсоне, штат Калифорния. Также во время открытой тренировки боксеры поделились своими ожиданиями от боя. «Я счастлив за свой следующий бой. Я знаю Ванеса с Олимпиады. Он хороший боец, у него сильная команда. Он хороший парень. Бой с ним не будет легким. Это бокс, никто не может предсказать, что будет. Я хотел этот бой, я верю в себя, свой стиль и силу, и свою победу. Я хочу оставаться активным, я не хочу ждать до сентября. Моя работа – драться, и сейчас я сосредоточен на Ванесе. Я даже не думаю о нем, я забыл про него. Если он вернется и все будет чисто, тогда и поговорим. Серьезно, парни, я больше не хочу говорить о ситуации с допингом, о Канело и его команде. Сейчас я сфокусирую на бое с Ванесом, и давайте говорить о нем. Я счастлив, что получил такую возможность. Я даже не думал, что получу бой с Головкиным. Я знаю, что вы думаете, что мне предстоит бой с гигантом, но я хочу выиграть его. Суть бокса в том, кто в твоей команде. Я счастлив, что Дон Кинг взял меня под свое крыло. Дон Кинг сказал мне: там есть Трипл Джи, ты хочешь принять этот бой? Я ответил: черт возьми, да. Я планирую пойти на него. Он собирается нападать, я буду идти в ответ. Вы будете удивлены, это будет интересный бой. Я и Головкин будем биться.